Так, ну что? Ой, вот наш перекрёсточек. Слушай, ну он вообще такой реально несу. Нифига себе, это все он? Да. Прикол. Так, все, заходим. А, подожди, не здесь вход, блин. Все, заходим. Оп-оп-оп-оп. Ой, какая прикольная, кстати. Блин, почему у нас таких нету? Что тут за пакеты? Так. Короче, заходим. Так, тут у нас зеленая линия. О, кстати, возможно, я здесь найду себе какие-нибудь сырнички от зеленой линии. Что-нибудь вкусненькое. А, у меня еще, кстати, закончились тыквенные семечки, но что-то я их здесь не вижу. Любимая заморозка. О, смотри, мама, мама, большой сырок. Протеинки там. Где? Протеинки? Протеинки. Слушай, ну мне уже нравится, мне уже нравится. О, мама, мама. Мам, конфетки, которые ты любишь. Окей. Так, тут у нас много отбай всего. Печеньки, печеньки. Окей. Так, панкейки. Мои любимые батончики. Вот, мам, вот эти я, короче, просто обожаю. Они очень вкусные. Не будешь? Они очень вкусные. Ну ладно. Так, тут у нас есть с фисташкой. Я, наверное, возьму сейчас с фисташкой. Вот за 45 рублей. Нормально для меня. Ну за 45, мам, ну вот эти очень вкусные. Ну да, это твои любимые. Вот сейчас у меня такие любимые. Так. Ладно, я пока возьму два. Или может один. А, окей. Или в два взять. Ладно, два возьму. Так, тут у нас хлебцы, всякие чипсики. ОПП чипсы. Тоже хлебцы. Кстати, очень похож на магнит семейный немного выбор. Мама! Тут еще протеинки. Тут мои любимые есть. Серьезно? Протеиновая гранола. Блин. Тут мои любимые брауни. Морковный торт мой любимый. Ой, я тебе вот такой давала. Кстати, тебе понравился? Новенькие печеньки. Прикольно. Тебе понравился, мам, батончик? Да. О, вафель как бомбар. Какой понравился? Вот этот. Да. Так. У меня глаза разбегаются. Блин, гранола очень аппетитная. Прикольно. Кокосовая, миндальная. Да, прикольно. Кстати, по-моему, вот такие ты пробовала. Да, во, кстати, мне их нет. Моя гранола, моя гранола. Блин, только один вкус. Да, только один вкус. Слушай, можешь мне попробовать протеиновую гранолу? Как ты смотришь на это? Но она стоит 289. Ну тут зато... Тут нету сахара. По-моему, написано без этого. Без добавления рафинированного. Так, это у нас какой вкус, я не могу понять. Бейк, что-то молочное. Ладно, я не буду это брать. Так, что тут еще интересного? Тут достаточно вкусные всякие сладости, но я ничего из этого, наверное, брать не буду. Ну, что там? Я думаю, может, отделенный... Нет, нет, а, ну нормально, слушай. Короче, тогда берем. Потому что она выглядит прикольно. Так, я... Да, там из яблока чипсы всякие. От бомбар, кстати, этот чипсы. Я думаю, я надеюсь, найду тут отделенные линии. О, тут еще вкуснее. О, мама. Короче, тут у нас еще всякие батончики, смотрите. Че, у меня камера не фокусировалась все это время? Мам, смотри, мам. Вот, те самые батончики. Ну так, ну что, но не 300 рублей, дешевле, как в Сорфе. Да, дешевле. Блин, только два вкуса. А в этом, что вкус вели, 189 стоит, тоже тут дешевле. О, это знаешь что, как она называется, я забыла. Типа пастилы? Да. Алене на подарок взять тоже. Так. Но, будет же у нас тоже ТП. Да.
О, кстати, ты вот эту фирму этого шоколада знаешь? Он типа полезный, короче. В нем меньше калорий, что-то такое. Короче, я думаю взять вот эту штучку. Она прикольно выглядит. Этот шоколад тоже вкусный, я пробовала. Достаточно аппетитно. Блин, я не знаю, какой взять вкус. Потому что тут у нас что это? По-моему, со смородиной. Тут яблоко и вишня. Блин, мам, как думаешь, какой взять вкус? Блин, я не знаю. Они оба аппетитные. Так, дальше у нас фрукты. Дынька, арбуз. Авокадики. Ну, по фруктам все на самом деле так же. Цена на ягоду, как обычно, космическая, конечно. Так, ну, арбузики. Достаточно много всего. У нас тут уже выпечка. Выпечка, выпечка. Наш любимый хлеб. Всякие другие штучки. О, кстати, есть гриль. Лепешки гриль. Прикольно. Короче, из готовой еды что-то маловато. Ну, тут тортики. Тортики самые обычные. Но тут от Мадама Кейк теперь тортики продают, кстати. И моти тоже. Сейчас надо маме показать. Это набор из пирожных моти. Там моти. Блин, вот как тортики мило выглядят. Это трайфлы. Это торт ванильный. Где он? Сколько стоит? Это ваниль малина, кофейный. Где на него цели? Пирожное. Вот, 400 рублей. Блин, это тортики очень аппетитные. Здорово. Типа бисквит. Я когда ходила к ней, я тоже видела его. Хлебцы, булочки. Ой, какие-то мини-булочки. Выглядят, конечно, сухими. Мама там хлеб смотрит. Что берешь? Хлеб? Гречневый. Ой, мама, это наш любимый. Я его прям полюбила с орешками. Это кукурузный? С сыром, да, кукурузный с сыром. Нам это срочно надо. Это так вкусно пахнет. Просто обалдеешь. Так, идем дальше. Дальше у нас сладости всякие. Круассанчики. Вкусненько, вкусненько. Ой-ой-ой, это что такое? Какие-то типа синнабоны. Если они еще и ПП, слушайте, надо попробовать. Но что-то я сомневаюсь, что это ПП. Почему-то мне так кажется, что это не ПП. Ой, какие-то новые дизайны, смотрите. Ой, это... А, это ассорти. Типа тут сразу три вкуса Орео. Соленая карамель. Конфеточки. Так, вот тут бы я бы на дегустацию что-то себе взяла, возможно. Милка. Смотрите, кокосовая халва с изюмом. Очень аппетитно выглядит. Есть какие-то сосиски. Это что такое? А, это сладкая вата. Блин, я очень хочу себе рис. Но только не классический, а с орешками. Ну, тут есть щербеты, но, честно, я никогда не понимала, чем они отличаются от риса. Ну, точнее, они, наверное, твердее, да. Блин, риса нету с орешками. Есть только классический. Классический, наверное, не буду брать. Он очень сладкий, как по мне. Вот. Достаточно рахат лукум. Ну, тут прям нормальненько, так, знаете. Уж сладкое точно все найдете. Ой, я помню, раньше очень любила вот этот тук зеленью. Он реально классный, я думаю, его взять. Короче, я мою маму потеряла. Тут из жевательки. Вот такие я пробовала. Тут еще с шоколадом. Ой, это прямо в шоколадной глазури. Слушайте, мне кажется, нам такое надо. Ой, тем более по скидке. Ну, с карты 84 рубля. Ну, слушайте, бюджетный довольно-таки. Я пошла маму искать, где она. О, кстати, я хочу посмотреть, есть ли здесь халва в шоколаде, потому что я жить без нее не могу. Шоколадки с шоколадками. Новые дизайны Милки, а также новые вот эти шоколадки. Вот Rita Sport Duo. Кстати, нету клубничного. Ну, там ягодный микс, что-то такое был, видите? Вот. Его разобрали, потому что он реально, мне кажется, самый топовый. С инжиром шоколадки. Так, ну где халва в шоколаде? Я ее уже ищу, наверное, не знаю, сколько времени. Неужели здесь ее не будет? Слушайте, серьезно, здесь ее нету.
Это как понимать? Это как понимать? Всякие рафаэлки, все такое есть, а халвы в шоколаде моей нету. Эта Милка тоже очень аппетитно выглядит, но, блин, 400 рублей. Не знаю, не знаю. Какие шоколадки я пробовала, они тоже довольно-таки вкусные. Вот такие маленькие. Где, блин, халва в шоколаде? Ну, тут столько необычных конфет, видите, всяких. Прикольных. Где нет? Зато есть как тайские желешки. А рекорд-спорты есть какие-то редкие? Вот. Смотри. Большие. И нету, которая самая это классная. Ее разобрали. Вот эта Милка меня прямо манит. Но она тоже стоит нехило. Короче, ребята, халвы нету. Я пошла плакать, халвы нет нигде. О! Что-то новенькое. Напиточков, уйма. Но я думаю, мы чуть позже к ним вернемся и к чипсам тоже. Блин, какой он реально огромный, просто огромнейший. И чипсов тут, наверное, тоже будет классных. Ну ладно, давайте мы в конце к ним вернемся. Мы сейчас идем пока дальше. Орешки. Орешки мне не надо, я недавно ими закупилась. Макароны. Но тут, думаю, база. Хотя тут, знаете, тут столько всех. Их прям достаточно много. И соусы всякие. Обалдеть. Очень охота спать. Посмотрите, сколько здесь всякого кофе. Всякого, наверное, так не говорят. Ну ладно, тут очень много прям кофе. А тут все для выпечки, всякие готовые смеси. Офигеть, как много его. И чай. Ну-ка, есть мы? Нет, только который я покупала. Что я многих видела, не знаю. Так, ладно, идем дальше. Соусы, макарошки. А, ну я там уже проходила. Тут у нас, ну, из еды ничего нету. Пюрешки всякие. Сейчас пойдет моя любимая молочка. Надеюсь очень, что она меня не разочарует. Очень на это надеюсь. Но пока не разочаровывает. Ой-ой-ой, это что такое? Тут есть мой любимый Starbucks, который, конечно же, стоит как моя почка. О, новый молочный коктейль со вкусом дыни. Нормально, так нормально. Ну, тут у нас все безлактозно, моих йогуртов почти что нету. Протеин, сыр с грецким орехом, нифига. Тофу, ну все так же. Ничего такого. Ой-ой-ой, тут уже молочка, тут уже сырочки. Мне такое очень нравится, прям очень нравится. Тут есть мой творог, который я тоже очень люблю. Сейчас будет хороша закупка, потому что я сейчас буду рассматривать все сырочки. Я подсела на вот такие вот, типа, чикапайи. Вот здесь вареная сгущенка, я возьму. Здесь большие сырочки. Всякие пудинги, я тоже на них... Ну, не сильно сказать, что подсела, но они мне нравятся. Иногда по настроению могу. Маленькие сырочки. Так, картошка. Вот я очень хотела с малиной, но, кстати, его тут нет. По-моему, нету, да. Есть суфлешки тоже, которые мне нравятся, с грецкими орехами. Чизкейк. Ну, чизкейк так, на самом деле, равнодушно. Ладно, пока сюда поставлю. О, тут у нас без сахара десерты. Прикольные. Достаточно. Орешки, вафельки. Вот мне такие, кстати, вафельки тоже в последнее время мне очень нравятся. Тут разные, кстати, вкусы есть. Со сгущенкой. О, мои любимые парадайсы. Я еще сюда не зашла. Ну, тут просто молоко и творог. Ну, тут хлопья и гранола. Это тоже немаловажно для меня. Мюсли разнообразные. Но именно моей гранолы нет. Очень жаль, на самом деле. Оля Лайт вот только при входе, там классическая стояла. Ну, не классическая, а шоколадная. И все. Интересно, здесь будет рикотта? Я не вижу ее. Так, ладно, по йогуртам тут очень тоже все хорошо. Мне такое нравится. Но, кстати, йогуртов у меня достаточно много дома, поэтому... Ой, вот такие мне очень нравятся тоже. Сейчас прям кайфую от них. Но в последнее время, в общем, что-то йогурты начали немножко надоедать. Поэтому я, наверное, сейчас сырочков себе возьму всяких.
у маленькой Паи. Да, сырочку точно себе возьму. Что сырочек такой? А, это с ванилью. Ну, такие я очень люблю сырочки от Коровка из Кореновки. Мои любимые, их просто обожаю. Короче, я беру себе чизкейк свой любимый, такой сырочек, пудинг и чокопай. Вот такой вот ореховый пудинг еще. А, все валится, блинский. Да, я ее не увидела, тут моя любимка, я ее очень хотела. И творог мой любимый тоже. Просто обожаю вот этот творог. Но в этот раз брать не буду, творожное масло только. Короче, мне очень нравится выбор. Сейчас мы проходим морозилку. Тут у нас колбасы, ветчина. Кстати, реально достаточно такой огромный выбор. Смотри, как много всего тут. Слушай, а тут моих нет сосисек, вот, которые я покупала в магните семейном. Я ищу свою рикотту, но нигде ее пока что не вижу. О, вот готовая еда. Салатики. Вот тут есть фрикадельки. Готовая еда, кстати, чуть побольше. Ну, хотя тут разобрали уже почти что. Не знаю, сырники тут выглядят не очень аппетитно, но блинчики выглядят аппетитно. А с чем они? По-моему, классические, да? Без начинки, да. Неплохо, но я не очень люблю готовую еду из перекрестка. О, вот это уже... А, это тоже от перекрестка. О, блинчики, нифига, смотрите, как прикольно. Тут нету сырников от этого, от зеленой линии, потому что я нигде их не могу найти, ни в каких перекрестках. Заморозка, блинчики, пицца, сырнички, такие тортики, но они стоят очень дорого. Круассаны шоколадные, очень милые фрикадельки из готовой еды. Тут есть морожка и от Бомбар. Блин, куда бы очень аппетитно выглядеть. Осетинский пирог с сыром из говядины там тоже есть. Мама, груша, горгонзола, блин. Слушай, надо как-то попробовать ее. Офигенно выглядит. Я только здесь ее, здесь нигде не видела. Может, возьмем? Я тоже нигде не видела, давай. Гавайская смесь. Ням-ням. Я не знаю. Беру фрикадели. И крылышек на ужин. Короче, я взяла себе крылышек маленьких, фрикаделек. И сейчас иду в чипсы, собственно. Меня мама там ждет. И на кассу. Все. Видела, да? О, нифига, нет, я еще не смотрела. Помнишь, чизкейк, а там еще есть капучино с перцем. Да, я, кстати, думала попробовать. Блин, сколько тут всего. Ну-ка, тут есть чили-лайм. Нет, блин, нового чили-лайма нету. Не знаю. Не знаю, не знаю. Думаю, если чипсы взять. Я думаю, между малосольными огурчиками. Хотя, я на самом деле больше хочу рифленые. Я не знаю, какие. С лобстером. Вот такую вот маленькую пачку. Или... А, ну тут, слушайте, большой с лобстером и нету. Поэтому, наверное, возьму маленькую с лобстером. У нас уже вот такая вот корзина. Достаточно такая уместистая. Эу, пацан. Но я не хочу их пробовать, потому что мне кажется, они невкусные. Короче, я, наверное, возьму их. Хоть они и не самые вкусные были, на самом деле, но почему-то мне вот их хочется. Не знаю, может, взять еще с лобстером, они такие маленькие. Все, мы идем на кассу с нашей тележкой. Там-там-там. А где вообще касса? А, вон касса. Короче, я сейчас вот такой возьму батончик. Попробовать. Ну, он вообще веган, но меня это не останавливает. Ну что, все, мы выходим с нашего шопинга. Два пакета там, меня тут. Короче, перекресток имбовый. Мне все понравилось. Так, вот, собственно, покупочки. Взяла по чипсу, пудинг, гранолу попробовать протеинового. Протеинового без сахара, пиццу, печеньки, вафли, такой блинчик тоже попробовать, блинчики, крылышки, фрикадельки, хлеб, кстати, сырный. Так, тут у нас протеиновый батончик, сырок, пастила, творожная масса, батончик, чипсы.
яйца и еще вот такой тук. Тут у нас еще хлебушки и всякие такие продукты, яички, печеньки, зелень, все такое.